В течение нескольких лет специалисты экстра-класса обчищали сейфы и банкоматы на территории Саратовской области и нескольких регионов России, умело обходя системы безопасности и хитроумные замки. Действия злоумышленников были расписаны по секундам. Один профессионально отключал сигнализации, другой, орудуя болгаркой, пилил банкоматы и сейфы. Третий обвиняемый, являясь сотрудником охранного предприятия, осуществлял общее руководство, планирование и координацию действий сообщников. Наиболее часто преступления совершались на объектах торговой и банковской сферы. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области при содействии сотрудников ГИБДД и Росгвардии фигуранты были задержаны после очередной кражи. Злоумышленники проникли в один из сетевых магазинов в Советском районе и похитили из сейфа более 400 тысяч рублей. В салоне автомашины, на которой передвигались обвиняемые, оперативники обнаружили похищенные денежные средства, электроинструменты и специальные устройства, использовавшиеся при совершении краж. Следственной частью Главного следственного управления Главного управления МВД России по Саратовской области в отношении участников группы расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта А части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. По результатам проведенных оперативных и следственных действий полицейскими установлена причастность участников группы к совершению 15 эпизодов незаконной деятельности, в их числе серия краж, грабежи и разбойное нападение. Общий ущерб от совершенных участниками группы преступлений составил 43 миллиона 500 тысяч рублей, а также более 25 тысяч долларов и более 83 тысяч евро. Избрана мера пресечения заключения под стражу. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.